идем на железнодорожный вокзал и поедем до Aguas Calientes. Давай. А вот она. Ну вот, это железнодорожная, так сказать, это привокзальная площадь, по-русски называется. Вот все, как всегда, эти шаурмичные, чебуречные, кофе, сок, снэк. Вот. И поедем в горячие воды. А оттуда завтра поедем на Мачу-Пикчу. Вот такой вот бардак. Люди выходят с поезда, а мы идем на поезд. И тут еще машины. Нам не вообще идти. Сергей, мы еще не идем. Мы стоим. А мы еще не идем. Погружаемся в вагон. Такой вот вагон. Друг на друга будем смотреть. Ну, вообще крутяк. Класс.
взяла бумажный пакет? Вот мы идем вдоль железной дороги. Приехали в город. Ну как город? Поселок. Горячие воды. Aguas Calientes. Мне же тут уже строят билдинги. Вот мы приехали в Мачу-Пикчу. Aguas Calientes. Вокруг одни горы. Там вот река течет. Сейчас вот она, Мачу-Пикчу Пуэбло. Деревня Мачу-Пикчу. Пикчу. Боланжерия. И здесь цивилизация. Она везде цивилизация уже. Булавочки, а в них булавочки, булавка всякому прохожему нужна. Туми.